Ну вот я нахожусь сейчас в аэропорту Дубая. На специальном трамвае нас привезли из места регистрации в место посадки. Очень впечатляет, конечно, аэропорт. Все не то, что по последнему слову техники, а в принципе ты понимаешь, насколько все грамотно сделано и качественно. Что хочется сказать, так это, что без английского вообще нереально путешествовать самостоятельно. Просто я не представляю, как. Либо это нужно постоянно в транслейте на телефоне переводить, но везде английский. И путешествие по Дубаю показывает, что это, в принципе, необходимость будущего и даже настоящего, в зависимости от того, в каком вы месте находитесь. То есть здесь это вообще необходимо. А я думаю, что и в многих странах постепенно придет к тому, что английский будет необходим, поскольку это основное средство коммуникации между людьми разных стран. Вот. А вообще приятно хоть по-русски поговорить с кем-то, потому что все время на английском. Вот. Ну что, летим в Кочи, юг Индии. Там меня уже ждет Сумджит. Он мне поможет купить билеты до Удупи. И в Удупи я поеду к своим старым друзьям, семье, которая живет в такой пальмовой роще красивой. Ну, посмотрим.